Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Разработчики выложили на продажу А32. Давайте посмотрим на предложение, насколько оно годное и насколько оно выгодное. В состав набора входит А32, 14 дней према, камуфляж. Я к камуфляжам спокойно отношусь, но есть да есть, слава богу. X5 на любые танчики, но только, ребят, в количестве 5 штучек, поэтому не сильно жирно. Открытое все оборудование, слот в ангаре. Открытое оборудование не считаю какой-то ценностью, потому что на 4-м левеле, в принципе, это копеечный вопрос. Что касается 30 бустеров на золото, здесь уже гораздо интереснее. Играя на десятках, если у вас 50% побед, соответственно 50% проигрышей, а значит приблизительно 15 голды за каждый бустер в среднем вы будете получать, откатав 30 боев. Таким образом получается 450 голды, ну а если вы играете лучше, чем 50% побед, то соответственно голдишка ваша прибавится чутка больше. Что касается самой машины. Если вас интересует обзор на данную машину, ребят, на моем канале есть честные обзоры на А32, и в течение видео будут всплывающие вот здесь наверху подсказочки на видео. Переходите, смотрите, если вы хотите себе купить данную машинку, и присматривайтесь, как вы будете на ней играть, если у вас средний процент по победам. Что скажу от себя? Мне машинка нравится так себе, я бы сказал. По одной простой причине, потому что все ее показатели на 4-м левеле в целом хороши. Да, угол склонения вниз, минус 7, не очень хорошее, но терпимое, играть можно. Средний урон в 140, на 4-м уровне тоже вполне приемлемый для среднего танка. Бронепробитие 85 очень-очень недостающее. Против тяжелого танка, безусловно, ты не попадаешься, особенно против товарища, который левелом выше. Кумулятивные будут вас спасать. В принципе, голда недорогая, можно играть и на ней. Что касается урона, при этом урон падает всего на 20 единиц в среднем, поэтому я бы сказал, тоже не сильно страшно. Что касается разброса и времени сведения, тоже вполне терпимые показатели. Как правило, на 4-м уровне мы не играем на дальних расстояниях, в основном это такие замесы лицом к лицу, и в целом с таким разбросом и временем сведения играть действительно плюс-минус можно. Что же действительно, ребят, убивает А32 в бою, это не ваши соперники, это ваше время перезарядки. Со всеми, ребят, улучшениями 8,8, и для этого танка, с учетом его картонности, это действительно беда-бедовая. Просто таким страшно. Что касается того, за сколько можно его продать, потому что многие танчики покупают для того, чтобы продать их и получить себе голду, такой себе способ, я бы сказал, довольно-таки грамотного порой вкладывания денег в игру и, соответственно, грамотный донат. Так вот, ребят, здесь вы получите 1450 голды. Если прибавить к тем 450 голды, которые вы можете получить, отыграв 30 боев по бустерам, то получается 1900 золота. Выгодно или невыгодно 1900 золота за те деньги, которые вам необходимо заплатить, а именно за 4 бакса, решать, безусловно, вам. Мое же дело вам сказать, что есть такой набор, ну и, соответственно, посмотреть честные обзоры на данную машинку у меня на канале. Ребят, если вы за честность, если вы за хорошие обзоры, а у меня более 400 честных обзоров на канале уже на сегодняшний день, подписывайтесь, ребят, подписывайтесь на канал и ставьте лайки обязательно, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. На данный момент, ребят, у меня все. Будут новости, обязательно выйду на связь. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.